Всем привет, меня зовут Любомир Борода. Вот только что я получил такую вот посылочку с гарнитурой для моего любимого телефона Xiaomi Redmi Note 3. Вот. Мне нравится очень этот телефон, вот. Поэтому я специально заказал для него гарнитуру. Почему это сделал? Потому что я очень много работаю руками, и мне неудобно держать в руке телефон, вот, для того чтобы отвечать и разговаривать с клиентами. И поэтому мне всегда намного проще, чтобы у меня на ухе болталась какая-нибудь фигня, посредством которой я мог спокойно общаться с клиентами и в то же время работать. Итак, что мы видим? Мы видим вот такую вот красивую коробочку Xiaomi, даже с голограммой Xiaomi. Вот такая. Она полностью у нас упакована в такую вот пленочку, запаяна полиэтиленовая, что уже радует как минимум красотой упаковки. Вот, сейчас я аккуратненько ее открою. Эх, красота какая! Даже жалко разрезать. Итак, открываем коробочку. Вот она, наша штучка, которую мы заказывали. Ага, так она у нас не достается. Так, в коробочке что мы видим? Мы сразу шнурочек для зарядки USB-шный. Два крепления на ухо. Инструкция, как всегда, на китайском языке, но которая на своих рисуночках показывает, собственно, как нам вставить эту штуку в наше собственное ухо. Вот. Так, и далее сама гарнитура, в общем. Как-то не могу понять, как она тут засунута. Вот. А, и на самой гарнитуре у нас тоже крепление для нашего уха. Так, с торца мы имеем такую вот кнопочку, сейчас попробуем ее нажать. Угу. О, замигала. Сейчас попробую сразу законнектить ее к телефону. Так, где у нас тут Bluetooth? Вот наше устройство, сопряжение, подключение, все, устройство подключено. Вот такая вот фигнюшечка вставляется в наше ушечко, подключается к телефону Xiaomi, и, собственно, мы ей пользуемся. Вот, собственно, открыл коробку при вас, подключил при вас. Думаю, ничего здесь такого сверхтрудного нет. Вот, я ей попользуюсь и напишу уже в описании к видео, насколько она
хороша и насколько она мне понравилась. А ссылку, где покупал я данную приблуду, я дам в описании к ролику. А на этом спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Всего хорошего.